Вы смотрите видео об отеле Club Aqua Taken. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Club Aqua Taken расположен в стране Турция в регионе Бодрум и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. В 45 километрах от аэропорта Милас и в 10 километрах от центра Бодрума, в поселке Артакен, в 50 метрах от собственного пляжа. Территория гостиницы занимает 4000 квадратных метров. На территории отеля имеется основной ресторан, два бара, открытый бассейн, кабинет врача, торговый ряд, прачечная, конференц-зал на 100 человек. В номерах есть ванна, душ, фен, центральный кондиционер, телевизор, телефон, мини-бар пустой, сейф платно, пол ковровое покрытие, балкон, уборка номера ежедневно, смена белья 3 раза в неделю. Номерной фонд отеля состоит из. Отель состоит из 4 двухэтажных блоков, 102 стандарт-рум, максимум 3 человек, 20 квадратных метров. Также бесплатно доступны тренажерный зал, аэробика, настольный теннис, дартс, анимационная программа. За дополнительную плату имеется интернет-кафе, бильярд, курсы подводного плавания, моторные и безмоторные водные виды спорта. Для детей есть детский бассейн, детская площадка, мини-клуб 4-12 лет, собственный песок, у бассейна и на пляже зонтики, шезлонги, матрасы бесплатно, пляжные полотенца платно. Год постройки гостиницы – 1998. Год, когда был сделан последний ремонт – 2009. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.